Здравствуйте, зрители моего канала, меня зовут Марина, и сегодня у нас будут рукодельные покупки, получается, наверное, сентября. Да, думаю, что да. Да, кроме покупок и подарков с выставки Handmade Expo, у меня еще были покупки и подарки, кстати, тоже, просто помимо выставки. Первое, вы сейчас видите вот такие вот два наборчика. Вот этот, если мне не изменяет память, я вам показывала в подарках с выставки. Это интернет-магазин Фрузелок в ВКонтакте, есть группа. И мне подарили вот такую вот, там деревянная заготовка, вот такой вот сюжет. Евгения Колесниченко, дизайнер. И он мне очень понравился. Я рассказала своей подруге Лене, что вот, какой красивый. Залезла в эту группу, посмотрела, какие там еще есть наборы, и сказала, вот из всех мне нравится еще гортензия. И на следующий день у нас была рукодельная встреча, и каково было мое удивление, когда Лена мне дарит гортензию. То есть это было действительно на следующий день, после того, как я ей сказала, что ой, какой классный наборчик. Так что есть у меня теперь еще и гортензия. Я уже сделала копию со схемы здесь и здесь. Так что есть у меня теперь вот такие вот два наборчика. Думаю, что продвижение по ним можно будет наблюдать в рукодельных моих неделях. В рукодельно-вышивальных неделях. Так, смотрим, что у нас дальше. Дальше, пожалуй, AliExpress. Было всего несколько заказов, у меня два. И у меня появился вот такой вот органайзер с AliExpress. Такой нежно-розовый. Это был еще заказ, по-моему, я заказывала какого-то 14 августа. И буквально за две недели он до Киева дошел. Единственный недостаток его то, что это первый мой органайзер, который мне пришел без коробки. До этого все приходили в коробках. Этот пришел просто в пакете и в пупырчатой вот этой пленке. Я напуганное видео с Ютуба засняла на камеру открывания этой посылки, чтобы в случае чего я могла доказать, что он мне пришел не совсем в целости и сохранности. Но, слава богу, я его распечатала, и все было нормально. Видите, у меня все зубчики на месте. Я его приобрела. Дело в том, что я, по-моему, то ли в июле, то ли в августе участвовала в предзаказе на одну очень красивую схему. И там оказалось больше, чем... То есть цветов там меньше 50, а вместе с блендами, там крестом, полукрестом, там получается значков больше, чем 50. И один вот такой вот большой органайзер у меня есть. Я поняла, что мне нужен еще один. И вот, собственно, приобрела. Он ко мне пришел, еще раз, где-то под конец августа. И в тот же день, что я заказывала его, я заказала еще себе ножнички. И эти ножнички для меня дошли вчера. Вот вчера у меня это было 2 октября. Вот 2 октября я их забрала. Можете себе представить разницу, да? Конец августа и начало октября. И пришли мне вот такие вот ножнички китайские. Сейчас откроем с вами, посмотрим. Вот. Единственное, что я думала, они будут более глянцевые, а они вот такие вот матовые. Симпатичные, в принципе. Но я все-таки заглядываюсь на ножнички. По-моему, Динки Дайс ножницы такие... тоже вот с такими вот бензиновыми отливами, я их называла, кто-то называет радужные, но они вот прям глянцевые, знаете, вот как залито стеклом, очень-очень красивые, но вот эти мне тоже очень нравятся, буду пользоваться. Маленькие такие, видите, совсем малюсенькие, ну, конечно, бывают и меньше, но ну вот. Единственное, что вот эта вот посылка с этими ножницами, я вчера выставляла в Инстаграм, она у меня пришла в коробке. Я, кстати, была удивлена, я думала, что такие маленькие ножнички, они придут в пакетике. Нет, они пришли в коробке, но посмотрите, какого вида эта коробка. Вот сейчас, если ее закрыть, вот как она была закрыта, вот, посмотрите. Вот как, вот если сбоку, да, с одной стороны, с другой стороны. Как вот это вот можно было сделать с коробкой, я, если честно, не представляю. Ну, конечно, почта может многое, как мы видим. Но, слава богу, ножнички были... Ну, во-первых, вообще с ножничками вряд ли что-то очень сильно можно сделать. Они же металлические.
И они были еще тоже в пупырчатой пленке, внутри вот такой вот коробки, так что дошли нормально. Но я, конечно, когда увидела эту коробку, подумала, да. И такое бывает иногда. А также еще с выставки Handmade Expo я ходила в среду, и я ходила также в субботу. И многие мне под видео с покупками и подарками с выставки написали, а где лебедь? Где еще один лебедь? Марина, ты забыла лебедя? Да, я забыла лебедя. Вот, я приобрела еще одного лебедя. Кто видел мое видео с тем, что у меня вышито на даче за 2 месяца, за лето, видели, что я вышила двух вот таких вот лебедей. Вернее, я вышила одного лебедя и сердечко. А должен быть еще один лебедь. То есть, как бы сердечко и слева лебедь, справа лебедь. Я почему-то купила только одного. Не поняла сразу, что это такая композиция. И в итоге как-то это все странно смотрится, поэтому да, я в первый день забыла, но вот в субботу я действительно пошла, нашла его. В волшебной стране размели очень много всего. Я подошла к девушке на стенде, она говорит, нет органайзеров с крышками, нет из новинок лошадок, нет оленей, нет Дедов Морозов, то есть вот очень много чего поразбирали, но вот на лебедей не набрасывались. Поэтому мне лебедь достался. Надо тоже как-то его вышить в ближайшее время, чтобы он еще успел у меня постоять до того, как там, возможно, появится какая-нибудь новогодняя композиция. Посмотрим. Так что лебедя, не волнуйтесь. Лебедь у нас тоже появился. И также со стенда подошли мы еще к стенду Евгении Колесниковой. Она там мне и другим девочкам подарила вот такие вот бобинки со словами «всем бобра». Вот. Она подарила вот такие вот смешные бобинки с бобром. Я таких, если честно, даже до выставки не видела. Такая вот бобинка, видите, здесь есть место под ниточку. Кстати, что хорошо, не такое уже и широкое. То есть, знаете, бывают такие места под нитку, под кончик нитки, там прям такая прорезь, вот как здесь, понимаете, как зуб у него. А здесь такая хорошая, тоненькая, ну, смешная такая бобиночка. Буду использовать. Так, что у нас в обертке, куда? Лежать. Дальше, еще тоже заказы августа, которые дошли ко мне в сентябре. Это 2 наборчика. А, с Алиэкспресс еще, это еще не все с Алиэкспресс, подождите, ладно. Значит, 2 наборчика, которые я покупала их в группе «Осьминожка». И под видео всегда есть ссылка, так что вы можете переходить. Меня спрашивают, в каких интернет-магазинах ты покупаешь, там украинских, проверенных. Я покупаю сейчас все у Лены, в группе «Осьминожка». Я как-то по другим сейчас особо и не хожу. Вот на Алиэкспресс и у Лены. Так что приобрела я вот такой вот наборчик от Милхил. У меня уже один есть подобный, вот такой вот от Джимшор Санта. И купила я еще вот этого вот. Не знаю, это овечка или собачка, но мне больше на собачку, если честно, похоже. А, ну да, походу собачка Best Friend Santa. Очень мне нравится. Здесь у нас бисер, нитки, понятно, перфорированная бумага здесь идет. Здесь показаны еще 2 Санты тоже из этой коллекции Джимшор. Так что есть у меня еще вот такой вот Санта. Кстати, будет он, наверное, хотя посмотрим. Размер 8,3 на 12,7. Да, не сильно он большой. Так что вот у Лены я заказала 2 набора. Это первый. И второй я очень долго на него смотрела, честно вам сказать. Он пропадал, было одно время, я уже собралась его купить, но он пропал. Я несколько раз, там, раз в несколько месяцев проверяла, его не было, и тут вдруг он появился, я поняла, что я таки хочу. И это вот этот вот набор. Появился у меня тоже набор от Dimensions, это Oriental Splendor, и артикул его 35163. Сейчас кто-то может вспомнить такую интересную историю. Сейчас я даже схожу, принесу вам, покажу. Этот дизайн мне нравился фактически с самого начала. Вот как я начала вышивать, мне сразу нравился этот дизайн. То есть это был еще какой-то 2013 год, вот когда я начала вышивать крестиком. И, по-моему, в том же самом 2013 году
Мы с папой поехали в Киеве, есть такой рынок юности, это рынок хозяйственный, но там в том числе, знаете, бывают такие маленькие магазинчики, там абсолютно разные направленности. И тогда у нас наборы, это такая глупость сейчас будет, но вот что делать с людьми неопытность? Тогда наборы Dimensions стоили 300 гривен, голды большие. И я зашла на этом рынке юность в один из магазинчиков, это оказался рукодельный магазин, и я увидела там набор. Я его приобрела. Вот он. Видите? Сейчас как-то мы их рядом с вами расположим. Вот. Это тот же самый дизайн, но, конечно, не в проработке Dimensions, а в проработке китайской. Это китайский набор на 11-й канве, канва с нанесенным рисунком. Я даже снимала о нем как-то отдельное видео, опять в каком-то 2013-м, оно на канале где-то есть. И купила я его, знаете, по какой причине? По причине того, что он был, барабанная дробь, на 100 гривен дешевле, чем вот этот вот набор от Dimensions. Сейчас вот эти наборы стоят уже там больше 1000 у нас. Я его когда-то не купила за 300. Ну, вот уже после драки кулаками не машут. Это единственный китайский набор, который я еще не продала из своих запасов. Тут, видите, вот эта канва крупная, здесь металлика такая огромная, такая связка. Но здесь единственный недостаток, видите, здесь фон. Такая-то поцарапанная, она не грязная, то есть такая-то как поцарапанная уже эта упаковка за эти годы. Здесь нет фона. Видите, здесь просто белый вот этот вот фон. Здесь же в оригинальном наборе фон есть. Тут вот вышиваются какие-то горы. Видите, здесь сверху. Тут, к сожалению, фона нет. Так что теперь у меня есть вот такая вот сладкая парочка. Понятное дело, что вышивать я буду вот этот. С этим я пока не знаю, что делать. Его размер на 11-м каунте будет 50 на 58 сантиметров вот этого. А вот этого 30 на 36. То есть этот будет так значительно побольше. А здесь у нас канва... Ну, сейчас попробуем поискать, что у нас тут за канва. Как бликует эта вся история. 18-й каунт здесь у нас. А здесь 11-й. Так что появился у меня вот такой набор. Я просто поняла, что... Я пожалею, если вдруг его снимут с производства, я его не куплю. Да, достаточно банальная история, ваза с цветами, шикарный букет. Но мне нравится. Цветы – это моя тема, так что вот появился у меня вот такой вот наборчик. Далее, те самые покупки с Алиэкспресса, о которых я забыла вам рассказать, они у меня здесь лежат в самом низу. Заказывала я это все тоже, того же 14 августа. Пришли они ко мне тоже достаточно быстро, опять же, недели за две, что меня очень удивило. Это наборчики с Алиэкспресс. Я думаю, сейчас многие догадаются. Это еще несколько новогодних игрушек. Это Амишоп. Такие же наборы, как я вышивала, на пластиковой конве. Кто не видел... Вот здесь вот выезжает в верхнем правом углу сейчас ссылка на наборы с Алиэкспресс на пластиковой конве с вот этими вот ножками. И мне показалось, что мой опыт был достаточно удачным. Это игрушки уже снятые с производства, игрушки Dimensions старые, такие уже сейчас не достать, не купить. И вот я их купила на Алиэкспресс. Я думаю, что я уже выбрала с Амишоп все, что я хотела приобрести. И что меня очень порадовало, одновременно с тем, как я получила свои наборы, еще несколько девочек на Ютубе тоже заказали себе наборы. И мне начали писать, что Амишоп начал вкладывать в свои наборы вот такие вот бубенчики. Не вот те, вот, которые я показывала, такие непонятные какие-то, вообще огромные, не подходящие вообще к этим дизайнам. Они начали вкладывать вот эти вот бубенчики. Я не знаю, сами они надоумились или как-то мое видео увидели. Но вот, или совпадение, или не совпадение. Они стали вкладывать вот такие вот нормальные бубенчики, так что вам уже не придется ничего докупать. Единственное, если вы хотите их прикреплять, вот эти вот палочки, таким образом, как я это делала, вам таки придется сверлить еще одну дырку, потому что тут дырки нет. Еще одной дырку не досверлили еще, но бубенчики уже вкладывают. И тут вот видите пластиковая канва прозрачная 14 каунта, как обычно вот эти вот. Непонятно зачем для...
разметки, потому что тут пластиковая канва, ниточки. Ниточек, кстати, как-то много. Ниток тут всегда остается на еще один отшивток точно, а то еще и не на один. Ниток остается очень много. Так что у нас вот такой вот снеговик. Giving Gifts называется этот дизайн. У нас такой снеговик с подарочками, с котиком. Потом, давайте еще новогодние, наверное, это еще один снеговик вот такой. Возможно, кто-то из них пойдет на подарки, посмотрим. Ну, мне просто понравился. Это у нас Holiday Snowman, такой вот с веночком и с конфетой такой, в шляпе, красивый. А, так, и вот такой вот дизайн, это не новогодний дизайн, это вот такая вот, не знаю, кусок забора, видите, с розочками, с бабочкой, с гнездом, с каким-то птенцом, с птичкой. И написано, что every day is a new beginning, то есть каждый день это новое начало. И здесь у нас уже идет три таких палочки. И да, вот они у нас есть сзади, три палочки, три бубенчика. Не новогодняя история, думаю, может весной буду вышивать, скорее всего. Но мне понравилось, так что вот такие вот три набора с AliExpress у меня еще появились. Также я уже завалила просто весь кадр наборами. Также приезжала ко мне Галя, ночная вышивальщица, и подарила мне вот такую вот книгу. Я ее показывала уже мельком в видео. Так, сейчас, может быть, как-то подальше. Я ее показывала уже в видео о рукодельно-вышивальной неделе номер 2. Мельком эту книжку. Это книга 100... рождественских игрушек, вышитых крестом, скажем так. И, судя по всему, другой какой-то даты я в этой книжке не нашла. Я нашла дату 90... Сейчас найдем. По-моему, 92-й или что-то такое. Слушайте, а где я ее находила? А, вот, видите, копирайт 91-й год. By Dimensions, кстати. И здесь в этой книжке разные новогодние игрушки. Здесь даже вот написано, расписано, на какой страничке у нас что. Здесь выкройки идут. А вот именно какие дизайны, прям во всей книжке нет такого. Как вышивать, собственно, и вот такие вот всякие разные новогодние игрушечки. Я не знаю, если честно, есть ли на эту книжку обзор или нет, нужен он или нет. Но... интересно, я еще сама толком, к сожалению, не имела возможности вот сесть, просто просмотреть, пролистать. Так что надо будет обязательно этим заняться. И еще одна посылочка. Сейчас я как-то здесь немножко хоть поубираю. Еще одна посылочка, которая дошла до меня буквально вчера. Это вот такой вот небольшой пакетик. Это посылка из интернет-магазина Bobbin. Я вдохновилась новинками новогодними, опять же, новогодних игрушек, на что я падкаю больше всего. И заказала я их в магазине Bobbin. Это российский магазин, но у меня были деньги на лицевом счету. Там есть такое понятие, как клуб друзей. То есть вы можете переходить по ссылке, я оставлю внизу, когда-то я тоже ее часто оставляла. И получается такая система, что вы переходите по этой ссылке, что-то покупаете, и в зависимости от суммы вашего заказа вам возвращается на счет, по-моему, там и по 100 рублей, если большой заказ, там 300 рублей падает вам на лицевой счет, и мне, соответственно, тоже. Вот как бы всем выгодно. И за вот эти деньги лицевого счета я приобрела себе несколько наборчиков, и сейчас, видите, я их еще не открывала, специально ждала вас. Так, надеюсь, что у меня получится сделать это аккуратно. Маленький хирургичный надрез. Хирургический. И сейчас посмотрим. Ну, я, конечно, знаю, что там. Так. Красота. Тут у нас наборчики от Жар-птицы. Три штучки. Это вот такие вот свинки. Мне кажется, что эти свинки — это просто хит этого сезона. Это, кстати, магниты, это не новогодние игрушки, но посмотрим. Я думаю, что я сделаю новогодние игрушки, это раз. Хотя, подумаем,
пока что не решила. Но я думаю, что это будут у меня такие сувенирчики в дополнение к подаркам к Новому году. Какого-то одного я оставлю себе, а остальных подарю. Очень интересно, как раз когда Галя приезжала ко мне в гости, она вышивала какого-то из них, вот этого она вышивала. Говорит, что вышивается, в принципе, достаточно быстро, достаточно легко. Так, это у нас вот артикул R279. Название как такового я не вижу, только артикул. Потом вот такие вот елочки интересные. Тут, походу, какой-то пришивной элемент должен быть. Но, видите, сзади, к сожалению, ничего не видно. Как это все выглядит сзади. И вот такой вот смешной поросенок. Это у нас R332, а предыдущий, кстати, R316. Это у нас уже игрушка. И это двухсторонняя игрушка. Я еще никогда не делала такие игрушки, которые не просто одинаковые с двух сторон, а с одной стороны как бы вот лицевая часть, да, а с другой стороны как бы вот задняя. То есть можно покрутить, и там разные изображение. Будет тоже интересно, и тоже, понятное дело, хочу вышить к этому Новому году, потому что больше, ну, потом это уже потеряет актуальность, и уже захочется вышивать символ следующего года, а я люблю вышивать символы года. Так что вот такие вот свинки у меня появилось, очень много свинок у меня появилось, и вот такие вот классные елочки. Это тоже, кстати, магниты. Ну, посмотрим. Не знаю, во что они у меня могут превратиться в итоге. И также у меня хорошая новость для моих зрителей. Кроме того, что вы можете получить возврат денег на лицевой счет после первого заказа, только в первый раз, если вы заказываете в магазине Бобин, вот по моей ссылке. Кроме этого, у вас еще будет 10% промокод на всю вышивку до Нового года. И что здорово, что этот промокод будет не на один раз. То есть вы можете им пользоваться без ограничения по количеству раз использования. Мне кажется, что это здорово. Промокод, как название моего канала Маринка Прок, только не маленькими, а капслоком. Вот я сейчас где-нибудь здесь напишу и напишу еще под видео. Так что вы можете получить либо возврат денег на лицевой счет, либо скидку. Мне кажется, что и то, и другое, это очень приятно. А у меня появилась вот такая вот прелесть, потому что, честно сказать, в Украине их пока что днем с огнем. У нас вот эти вот наборы от жар-птицы, они появляются с огромным опозданием. То есть у нас вот сейчас... Я ходила на выставку, и я видела наборчики, вот эти вот, знаете, зелененький красный шарик, вот продается, как бы кармашки некоторые продавались, то есть с опозданием там чуть не в год. Можно заказывать, конечно, через какие-то там группы, но вот так вот напрямую в магазинах купить, особенно новинки, очень сложно. Так что вот это вот очень хороший выход, там приятная цена, кстати, даже на международную доставку. Можно посмотреть накладное, что у меня там получилось. 329 рублей стоит международная доставка. Вот такого вот небольшого как бы пакетика легкого. Мне кажется, что вполне себе нормально. А наборчики были, кстати, магниты по 357 рублей и морозный пятачок 280. А, кстати, здесь есть название, да. Почему-то на наборах нет, а в накладной есть. Вот это вот у нас, надо понимать, морозный пятачок. Вот это вот у нас новогодние красавицы, а вот эти вот, вот эта четверка, это милые пятачки. Вот, теперь мы знаем, как их даже зовут. Так что вот такие вот у меня были покупки в сентябре. Как видите, кроме выставки, я еще и сама умудрилась нормально так скупиться. Как всегда скажу заветную фразу, что на октябрь у меня вроде как планов нет. Ну, вроде серьезно, у меня на октябрь планов нет. Единственное, что могут быть какие-то подарки, может быть. И также мне, по идее, я участвовала в предзаказе на... перевыпуск Dimensions, не вот этот вот новый, который должен быть там где-то в январе, а на вот тот еще старый. И там я участвовала в предзаказе на один набор, но пока что вот 3 октября, и этот предзаказ еще до Украины не добрался. Так что я в этот предзаказ записывалась еще
то ли в мае, то ли в июне, так что пока что ждем. Может быть, этот набор для меня, до меня доедет в октябре, посмотрим. Вот, это все. Я знаю, что видео о покупках многие любят. Кстати, меня попросили снять видео, обзор. Я была очень удивлена, я 1000 лет не снимала обзоров. Но меня попросили снять обзор на вот эти вот венгерские, по-моему, журналы вышивальные. И также попросили меня снять обзор на ключики от Марички, наборы. Так что эти видео, думаю, тоже будут. Там прям по несколько человек было. Так что это... Я была удивлена, но это многим оказалось интересно. Так что эти видео тоже будут. А на сегодня у меня все. Спасибо огромное вам за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока!